Визит в Лазаревку мэр города начал с посещения изумрудной долины реки Аше. Экскурсия началась с аула Шхафит. Его второе название – Мухортова поляна. Здесь расположен и сельский клуб, в котором местные жители планируют проводить вечерние развлекательные мероприятия и концерты. Кроме того, одна из идей местных жителей – это создание здесь музея. Это можно использовать как музей, но заодно здесь какой-то многофункциональный зал. Да, многофункциональный зал. Почему? Чуть подскажешь. Исторических, культурных. Далее Анатолий Пахомов проследовал к искусственному озеру. Водоем уже стал туристическим объектом. Здесь любители провести время с удочкой ловят рыбу, которая специально выпущена в озеро. За вход в рыбное хозяйство туристы платят 200 рублей, а потом еще столько же за каждое пойманное кило рыбы. Как рассказывают рыбаки, за раз здесь можно наловить до 5 килограммов. Это место нужно развивать, считает мэр. Ездим все время здесь, ну не только здесь, а по всему Лазаревску. Стараемся найти точки роста. То есть понимаем прекрасно, что построить завод – это уже не построишь, его никогда не будет. А вот сделать рабочие места, вот почему я говорю, здесь бы вам еще небольшой ресторанчик бы, наверное, и он бы пошел. По словам Анатолия Пахомова, Лазаревский район должен круглый год привлекать туристов. Для этого здесь необходимо создать как можно больше интересных объектов показа. Администрация города готова поддержать любую инициативу местных жителей. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.